грузят в Гагаузии. Да то он предатель, говорят люди на площади. Спасибо. И самое правильное решение, которое может принять этот парламент, подать в отставку и назначить досрочные парламентские выборы. Для того, чтобы люди избрали новый парламент, который отражал бы волю народа до того, как они изменили избирательную систему. Потому что если они изменят избирательную систему, воля народа уже не будет означать абсолютно ничего. Я бы хотел обратиться к властям и к людям на юге, которые пытаются в Гагаузии, особенно пытаются спекулировать и пытаются поймать рыбку в мутной водичке. Да? Надеюсь на то, что в Гагаузии будут предоставлены квоты в парламенте благодаря этой системе и так далее. Все это чушь. Гагаузия не получит ничего, так же, как не получит север, так же, как не получит юг. Все квоты в парламенте получит один конкретный человек. И имя этому человеку благодарю. И мы не хотим этого допустить, потому что мы это уже видим, что происходит в Гагаузии. И я бы не хотел, чтобы этот опыт был перенесен на национальный уровень, потому что народное собрание сегодня, к сожалению, не отражает волю народа, нет видения, нет понимания того, как развивать автономию. И то же самое произойдет на национальном уровне, оно в принципе уже происходит. Единственная задача – сохранить у власти людей, которые очень сильно боятся потерять эту власть и сделать рабами всех нас. Но мы не рабы, мы достойные люди, и поэтому мы здесь. Ура! Поаплодируем друг другу! Спасибо!